Что делать с выкопанными луковицами тюльпанов? Вопрос, которым задается чуть ли не каждый садовод после сезона цветения. Выкопка луковиц тюльпанов, как показывает практика, необходимо проводить ежегодно в северных регионах и городах, где зима не балует теплом. Оставлять луковицы тюльпанов после цветения в почечной смеси можно в тех зонах, где температура воздуха не опускается ниже нуля. Выкапывать или не выкапывать? Этот вопрос актуален как никогда. Что делать с выкопанными луковицами сразу после цветения? Рационально ли оставлять луковицы в почечной смеси, дожидаясь следующего сезона цветения, где их вообще хранить? Неоднократно выращивая тюльпаны в саду, цветовод приходит к выводу, что без того, чтобы выкапывать луковицы тюльпанов, с каждым годом снижается процент цветения, понижается качество размножения. Чем полезна выкопка луковиц тюльпанов? Сохранение качества размножения, предупреждение измельчания луковиц, сохранение площади питания, снижение риска поражения болезнями или вредителями, сохранение питательности почвы, снижение накопления болезненных организмов. Когда выкапывать луковицы после тюльпанов? Луковицы тюльпанов извлекают из почечной смеси после окончания цветения, однако и тут есть свои нюансы. Срезать стебель и листья тюльпана, даже если они вянут, нельзя. Необходимо дождаться того момента, когда они полностью отцветут, а затем лишь помочь тюльпанам удалить поверхностную часть. По мере увядания надземная часть тюльпанов расчищается, то есть удаляется зона посадки. Необходимо заранее отметить место расположения луковиц для того, чтобы потом не повредить их, выкапывая. Что делать с луковицами тюльпанов после выкопки, хранения? Выкопанные луковицы тюльпанов отправляются на хранение. Правильное хранение тюльпанов обеспечивает поддержание функции цветения растений. Если условия хранения выкопанных луковиц тюльпанов будут нарушены, есть вероятность, что в следующем году посадка не увенчается долгожданным цветением. Как правильно хранить выкопанные луковицы тюльпанов? Поместить в деревянные ящики, распределить по сортам и дате выкопки. Стикеровать или маркировать луковицы, присыпать тонким слоем почвы. Хранят выкопанные луковицы тюльпанов в полуподвальном помещении. В месте хранения должно быть сухо. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на ящики или сами луковицы, да и освещение желательно должно быть полностью отсутствующим. Грунт, который слегка присыпают луковицы тюльпанов после цветения в ящиках, также должен быть сухим. Если отметили попадание влаги, поменяйте насыпь. Располагать ящик с луковицами тюльпанов необходимо подальше от прохожих, жилых зон и места сквозняков. Протравливание луковиц тюльпанов перед хранением. Для повышения устойчивости луковиц тюльпанов после выкопки необходимо протравить их в слабом 0,5% растворе марганцовки не более 30 минут, потом извлечь и просушить. Процедура защитить посадочный материал не только от перепадов температуры, но и от болезней, плесени, вредителей, да и в целом удовлетворит имеющуюся потребность луковиц тюльпанов в марганце.